тот момент я о себе не думал, я думал о жизни девочки. Быстро спустился в колодец, не думая о безопасности. Самое главное, что девочка осталась жива, и с ней все хорошо. Дату 22 августа 14-летний Илья запомнил на всю жизнь. Трагедия едва не разыгралась в поселке Мирный накануне его дня рождения. В тот день прибежала сестра и крикнула: «Ребенок тонет». Услышав это, Илья сразу же побежал на подмогу. Даже когда спасателю пришлось спускаться на 8-метровую глубину, парень не раздумывал. Я побежал за веревкой. Пока бежал, связал узел. Спустился в колодец, накинул на нее эту петлю. От сестры муж вытащил по этой веревке. Страх был только за девочку. Вот, лишь бы так спустил, потому что все же маленький ребенок. Мама от поступка была в шоке, но сыном гордится. С детства она старалась привить мальчику такие качества, как сочувствие и самоотверженность. То, что вкладываем в детей, оно где-то остается. Что сумел даже вот Илья в такой тяжелой ситуации правильно среагировать, рискнуть жизнью. Сегодня награда нашла героя. Илье вручили медаль уполномоченного по правам человека. За 7 лет медаль «Спешите делать добро» получили десятки южноуральцев. В 2020 году больше других отличились медики, спасавшие жизни людей, больных коронавирусом. Не остались в стороне в тяжелое время и меценаты. В числе первых в борьбу с пандемией включилась русская медная компания. Ну и безусловно, это русская медная компания, которая, вы знаете, это просто как палочка-выручалочка в любых вопросах. Будь то лекарства, машины, продукты. За время пандемии благотворительный фонд РМК направил на борьбу с коронавирусом почти 500 000 000 рублей. На эти деньги были куплены 5 миллионов средств индивидуальной защиты для медиков, 40 аппаратов ИВЛ, 22 автомобиля скорой и неотложной помощи. Позаботились в компании и о людях, потерявших работу из-за кризиса. Мы реагировали вот на любой вопрос, на любую просьбу, чтобы кого-то спасти от холода, да, просто привезти дрова. Конечно, покупка ИВЛ, да, покупка скорых, потому что скорые перестали приезжать на вызовы. Награда – это спасенные жизни. Среди тех, кто поставил чужую жизнь выше своей – медики, работники полиции, бизнесмены и просто самоотверженные жители. Всего дипломами и медалями наградили 20 южноуральцев. Наталья Петрухина, Павел Востротин, 31 канал.